И снова приветствую вас, дорогие друзья, на канале. Продолжаем развивать фермерское хозяйство в поселке Вязовый ручей. Ну, это так по-русски переводится, название этой местности, да? Вот. И я вот все-таки решился поменять трактор. Вот. Вот такой вот класс, да? Вот. Ну, он, конечно же, этот трактор поддержанный, да, вот немножко по ресурсу изношенный. Но главное то, что он помощнее того трактора, да, вот. И, по-моему, уже вот относится к средним тракторам. Надо вот посмотреть сейчас вот. Так, глянем-ка. Да, вот. Он относится к средним тракторам. А нет, 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 это не тот трактор. Он все-таки малый трактор. Так, давайте-ка глянем, где он у нас находится, этот наш трактор. Так. Вот он, класс вот Озон 660. Ну, вот, но все равно вот по сравнению с Валтрой, да, вот у него мощности побольше, да, вот у Валтры всего лишь вот 145 максимально, да, вот если это вот двигатель поставить, да, вот такой вот, а вот у класса этого нашего, да, вот он максимально, минимально уже, да, вот 145 лошадиных сил, да, вот. И можно максимально прокачать его до 205 лошадей. Вот. Ну, в общем-то, в этом вот понравился мне этот трактор. Так. Ну, хоть и поддержанный. Итак, мы вот заканчиваем сейчас потихоньку убирать сарго, да? Вот. Пойдем-ка сейчас мы комбайн разгрузим наш, да, вот. Вот, тоже кабина такая с панорамной крышей, да, вот, и тоже вот обзор вокруг прям обалденненький такой, да, вот, и мониторы стоят тут, короче, разные, вот, так, ну, в принципе, сарго у нас в этом поле, да, вот, немножечко вот побольше, да, вот, так. Ну вот, овес у нас всего лишь где-то вот около 2000 литров, да, вот, а вот сарго у нас уже вот около там 4, наверное, будет. Ну, но все равно этого урожая очень при очень мало, это раз. Во-вторых, вот, я вот все наши заработанные деньги потратил вот на обмен, да, вот, трактора, вот, то есть вот, и вот у нас всего лишь осталось 7400, да, вот, и надо вот что-то делать, что-то думать, да, вот, у соседей еще, как назло, толком таких вот контрактов нету, да, вот, но есть, конечно, кое-какие хорошие контракты. Но само, разумеется, мы их тоже будем выполнять. Вот. Так, давайте-ка мы сейчас там маленький кусочек такой остался. Вот, довершим, да, вот. И комбайн сдадим обратно, потому что... Так. Интересная такая новая культура сарго, да, вот. Но пока вот, вот этот вот наш малочисленный урожай мы сложим, да, вот, до лучших времен, вот. Ну, а здесь вот на этих маленьких полях, да, вот, мы что-нибудь, конечно, другое, не зерновые культуры будем сажать. Но об этом мы еще подумаем, да, вот.
что тут сажать вообще, вот и вообще, может быть, запахать, сравнять все, и вообще, вот, в общем-то, здесь ничего, может быть, не сажать, а может быть просто-напросто строить что-нибудь здесь, да, вот и все. Так, немножечко, да, вот собрали, да, вот тут буквально чуть-чуть. Давайте-ка это все дело высыпем. Так. Так, ну ладно, все. Давайте-ка позвоним в магазин, пускай забирают, короче. Спасибо им за комбайн, вот. Он нам хорошо, так сказать, послужил. Но мы, может быть, конечно же, еще обратимся к ним, да, вот, чтобы это... Еще взять комбайн, да, вот, я не знаю, может быть, в следующем году, может быть, еще вот... Так... Ну что ж, пойдемте-ка сейчас вот это все дело выгрузим, да, вот. Всего лишь 5200, да, вот, смотрите-ка, вот, урожая сарго. Ну, что из него сделаешь? Это продать? Это очень-при-очень мало будет, да, вот. Ну, куда деваться, можем только вот пока хранить, да, вот. Но, в принципе, вот этот трактор мне нравится. Более-менее такой мощный, да, вот. Шикарно. Высыпаем. И вот пока я тут вот немножко вот мучился с этим, так сказать, вот нашим это небольшим урожаем, да, вот так вот тут у нас осталось немножко вот соевых бобов, да, вот тоже скосить, вот убрать. Ну, может быть, что-то выйдет. Ко мне подошел сосед напротив, да, вот, который живет через дорогу, вот, и с интересным таким предложением. Вот. Ух ты, смотрите-ка, олень убежал. Так. Они вот, не знаю, и так у нас урожая мало, вот, как бы они не съели. А стрелять в них нельзя. Большие штрафы. Вот. С каким предложением к нам подошел Джимми. Вот. Джимми раньше занимался тем, что выращивал масличные культуры, да, вот, и сдавал их на маслобойку, из которых вот перерабатывали различные масла, да, вот, это подсолнечные, там, рапсовые масла, да, вот, и оливковые, вот. И он мне предложил вот купить вот это вот поле с подсолнечниками, да, вот. Ну, оно само разумеется, видите, вот, с подсолнухами, да, вот, нуждается во вспашке, удобрено наполовину и немножко сорняка есть, вот. Ну, сам он говорит, что решил заняться чем-нибудь другим, да, вот, скотоводством, да, вот, и ему, говорит, не нужны такие большие поля, вот, и решил вот... предложил мне вот с идеей такой, да, вот. И у меня, конечно, хорошая мысля такая прозрела, да, вот. Участок стоит 150 тысяч. Вот, 150 тысяч. Так. И вот, чтобы, конечно же, вот купить производство маслобойки, да, вот,
маслобойка. Это нам тоже вот примерно обойдется где-то 80 тысяч. Ну, то есть где-то вот денег у нас вообще нету, да, вот вообще вот что делать, я не знаю даже вот. Вот прям какой-то тупик у нас, да, вот я не знаю, вот что-то даже вот иногда даже вот посещают такие странные мысли у меня, да, вот все бросить, продать и уехать. И устроиться куда-нибудь в городе на завод и все вот. И не заниматься, не заморачиваться этой всей фермерской ерундой. Ну, все-таки вот, как сказать, с этими трудностями пасовать нельзя, да, вот, надо вот все-таки что-то делать. Вот. Но, в принципе, смотрите-ка, мы до этого кредит взяли. У нас долг перед банком имеется 250 тысяч. Мы можем еще взять 250 тысяч, и того у нас будет 500 тысяч. И я надеюсь, может быть, этот кредит мы оправдаем, да, вот. Ну, давайте-ка вот, в принципе, попробуем. Так, 250 тысяч до 500, да, вот. Так, 400, 450. Вот, все. 500 тысяч, да, вот. И больше нам, короче, не дают. Все, говорит, дадим тебе последний раз, да, вот. Больше не проси. Вот. Ну, в принципе, куда деваться? Мы сейчас покупаем это поле, пока его вот не убрали. Да, вот оно вот, в принципе, только-только вот созревает уже, вот в скором времени созреет. Так, да, вот. Так. Покупаем это поле. Так. Купить. Ну, за 150 тысяч покупаем. Да, вот итого у нас остается 107 тысяч. Вот. Так, 107 тысяч. Так, и вот, конечно же, мы потом купим, да, вот маслобойку. Вот. Все, отлично. Мы все-таки кредит взяли, да, вот. Ну, куда деваться? Так, вот что у нас вот надо вот чем заняться. Так, вот это вот поле. Здесь нужна известь и культивация. Вот так. И вот это вот тоже небольшое наше пальцо. Здесь надо будет собрать вот эту все-таки солому, вот, и вот что-то с ней сделать. Потом это поле перепахать, вот, и вот там на следующий год может что-нибудь посадим, да, вот. Так, что же будем делать с этой соломой? Вот. У меня такая интересненькая идейка, да, вот сейчас мы съездим в магазин на тракторе. Так. Прицеп пока оставляем здесь. Я думаю, солома, в соломе сейчас ближе к зиме, да, вот люди будут нуждаться. Ну а если не будут нуждаться, да, вот мы ее продавать не будем, а отложим до лучших времен. Вот, может быть, в крайнем случае, когда-нибудь вот заведем какую-нибудь живность, да, вот солома, она пригодится, у нас уже вот будет, да, вот она вот, солома. Ну, мы это ее соберем. Сейчас я съездю в магазин, возьму в аренду тюковщик какой-нибудь. Вот эти тюки мы соберем, вот, и свезем в сарай. Вот, свезем в сарай, и там уже вот сложим, там высыпем, да, вот, и пускай там лежат эти тюки. Они, как говорится, есть не просят. Главное, чтобы, конечно, мыши там не завелись, вот, и не погрызли, и эти тюки наши не сгнили. Вот. Поэтому вот их, если что,
применим там в ближайшее время. Ну, по крайней мере, постараемся применить их в этом году, да? Вот. Так. Ну, все, по крайней мере, у нас сейчас поле есть, да, вот большое. Вот. Когда урожай созреет, мы снова возьмем комбайн. Вот. Сейчас мы пока что вот по так затюкуем это дело, да, вот. И потом, само разумеется, мы немножечко, конечно, опять поможем нашим соседям, да, вот, немножко заработаем еще небольшую денежку. Как раз-таки у нас есть один контрактик на опрыскивание, да, вот, попробуем потом это еще, как говорится, новый вид деятельности, да, вот. Так, давайте-ка мы это заедем и починим трактор. Так, почему-то вот что-то вот мне вот не очень-то вот напрягает чуть-чуть разгонная динамика. Так. Так, давайте-ка посмотрим. У нас в мастерской необходимого оборудования пока нет еще. Так вот только инструменты есть, вот, да, вот. И давайте-ка вот сейчас. Так, состояние краски не очень, да. Ну, перекрашивать пока не будем. Так, почините 2000. Ух ты, обалдеть. Ладно. Ну, пусть будет. Ну, по крайней мере. Так, может быть, что-нибудь настроим, какие-нибудь модификации сделаем. Так. Ладно, ничего, не будем делать. Все, отлично. Так, починили трактор. Пойдемте-ка в магазин. Так. Так, магазин. Так, здравствуйте. О, здорово, привет. Так. Итак, тюковщик. Какой-нибудь тюковщик. Тюковщики. Так. Ух ты, смотрите-ка, какой интересненький тюковщик есть, да, вот, который нам дает 120-сантиметровые, да, вот, тюки. Так, а эти уже побольше, да, вот, будут так. Ну, эти вот просто уже огромные тюки дают. Так, рулоны. Так, вот. Небольшой такой тюковщик, который вот так сколько, сама полтора тонны. Так, и немножечко так, так, 125, 120. Ну, давайте-ка вот этот тюковщик возьмем, да, вот он такой вот небольшой, да, вот. И тюки такие вот у нас подъемные будут, да, вот. И возьмем в аренду. Так, так, отлично. Ну, а потом мы приедем, прицеп модифицируем или просто-напросто, может быть, тоже его поменяем. Есть, конечно, мысль тоже такая недобрая. Да, да нет, почему недобрая? Добрая, конечно, мысль. Купить прицеп, да, вот, более-менее, чуть побольше, ну, не такой большой, конечно, но вот чуть побольше прицеп, да, вот. Потому что у нас все равно вот объемы как бы увеличиваются, да, вот. Так, зацепились. Так, поехали. Ну вот хорошо, что вот немножко вот, так сказать, дал нам наводку Джимми, да, вот, со своим полем. Вот. Так, ну, в принципе, смотрите-ка, разгонная динамика намного увеличилась, да, и у этого трактора максимальная скорость движения это 53 километра в час. Вот, ну, вот прям выжимает прям так хорошо, да, вот. То есть мне нравится. Да, этот трактор, он не едет, а просто летает. По-моему, даже не всякий автомобиль так может. Так, ну что, давайте-ка попробуем затюковать это дело, да, вот, так. Так, развернуть подборщик. Так.
развернули, да? Так. Опустить. Такая вот опускается, да? И включить. Прекрасно. Ну, сейчас посмотрим, сколько у нас соломы получится. Я думаю, не так много должно ее получиться. Так, ну вот, в принципе, дело немного у нас пошло, да? Так, солому оставлять не будем, да? Вот. Так. Ну, небольшая скорость такая, там 12 километров в час, да, вот он у нас сейчас вот. Так, скоро там первые тюки появятся. А, вон уже потихонечку появляются, да, вот тюки. Так. Потом прям осенью, где-то вот поздней, запашем, да, вот это поле, вот, и оставим до весны. Ну, а там уже весной мы подумаем, что будем сделать с этими участками, да, вот вообще вот. Так. Немножко там вот оставил, да, вот так. Ну, неплохо. Вот смотрите-ка, вот вообще вот поле вот прям покрылось сорняком, да, вот. Опять-таки, как видите, вот надо будет ее, это поле, да, вот обработать гербицидами. Так, это вот потом надо будет прям в первую очередь, наверное, да, вот, когда уже вот посеем сюда, вот посадим какую-нибудь культуру. Так. Ну вот, так вот дело потихоньку у нас пошло, да? Так. А вообще интересно, вот в какую цену у нас солома? Давайте-ка посмотрим. Так, вот прям очень меня гложет это так. Трава, сено, солома. Ой, смотрите-ка. На биогазе 36 стоит, да, вот у перекупщика 32, но потихоньку растет. Ну, правильно, сезон все-таки. У перекупщика животновода все-таки скоро это животным, егошним животным подстилка нужна, да, вот, и поэтому сейчас вот у него вот повышается спрос на солому. Так, вот здесь вот немножко вот я оставил, поэтому хочу вот проехать еще немного вот как-то вот криво, да, вот чуть-чуть.
Классненько. Ну, тюков, в принципе, немало получается, да, вот. Ну, хотя они, конечно же, эти тюки маленькие, да, вот. Так, вот в следующий раз вот на будущее, да, вот, надо на комбайне так вот не вилять. Поэтому и получаются вот эти вот неубранные остатки соломы. Так. Так, вот, вот здесь вот вообще вот. Так, ну вот остается немного, немало, вот, как говорится, всего лишь пару проходиков. Ну ладно, 4. 2 круга осталось вот. Там вообще вот крест-накрест получилось, да, вот. Так. Ну вот, вот эти вот, конечно. Хотя тоже соберем, конечно, вот прям все, вот, чтобы не пропадать же все-таки добру. Ой, тюк, как бы его не раздавить. А то распутается еще и заново его потом придется перетюковывать. Ну, не сказать, что тюков много получилось, да, вот, ну, в принципе, пойдет, так. Оба, на тюк наехал, интересно, так подскочило, да, так. Ну вот, в принципе, так вот и получается. Вот. Ну что ж, я пока буду собирать вот эти вот тюки, да, вот сейчас тюковщик мы сдадим, да, вот. Так, вроде бы сейчас все закончили. Так, выгрузить тюк. Так, надо все тюки выплюнуть. Так, целых 2 штуки, да, вот.
слаживать ковчег. Так, давайте-ка позвоним. Так, ой, не туда нажал. Так, 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 где магазин? Так. Алло, здравствуйте, спасибо за тюковчик, я им уже воспользовался, можете забрать. А не хотите купить? Нет, нет, пока не хочу. Так, ну ладно, вот. Так, ну что ж, я сейчас подцеплю прицеп, да, вот, и потихонечку начну уже собирать тюки. И на этом мы пока прощаемся с вами. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, не забывайте ставить лайки. Также, гости, подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы знать о выходе следующих видео. Ну и всем удачи. Всем пока-пока.